В предстоящие выходные в зале Центральной спортивной арены пройдут региональные соревнования по волейболу среди женских команд «София-2020». Организаторы обещают яркое зрелище. Первые соревнования «София» прошли в 2016 году по инициативе новгородской команды «Маши и Медведь». С тех пор это стало традицией, и турнир по волейболу среди женских команд теперь проходит каждый год. Пятые региональные соревнования пройдут 18 и 19 января. Участие будут принимать 9 команд из Великого Новгорода и Санкт-Петербурга. К нам в этом году возвращается из Питера команда ВК-112, которая когда-то побеждала на первых турнирах. В этом году у нас играет команда «Старт», которая новгородская в прошлом году победила в этом турнире. Поэтому ждем такой очень интересной борьбы. Организаторы обещают, что на юбилейном турнире болельщиков ждет не просто игра, а настоящий спортивный праздник с бурей эмоций и выступлением чирлидеров. Играть будут участники разных возрастов. В Великий Новгород приглашены самые сильные спортсмены. Прогноз на соревнования один. Игра будет яркой и непредсказуемой. Вход свободный.